Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми говоримо про волонтерську діяльність, про допомогу братам нашим меншим. В гостях у нас Наталя Данилюк, співорганізатор тваринозахисної організації «Фенікс». Вітаю вас, Наталю. Здравствуйте, Яна. Я знаю, що ви волонтер очень много лет уже. Скажите, як ви почали свою зоозащитную такую вот деятельность? Случайно? Ну, на самом деле, как бы начало, если можно тогда сказать, была еще волонтерской, как бы такого вот, наверное, даже слова у нас в обиходе не было. Еще с детства пошло, у нас во дворе были котята, и мы с соседскими детьми построили для них как бы как домик такой, там им настелили тряпочки, картончики, поставили мисочки, утром вышли, и, конечно, никакого домика уже не было, потому что дворник его тщательно разобрала, разнесла, выбросила и все остальное. То есть это был какой-то такой вот первый, наверное, маленький приют, да, такой вот приют. А вот мы были все очень расстроены, плакали, искали этих котят, мы их не нашли, не знаю даже, куда их дворничиха наше дело, но вот, вот, наверное, с этого как бы пошло, и всю жизнь у нас в семье были животные, были кошки в основном, собаку, это я уже когда самостоятельно начала жить, это вот была первая собака, которая была заведена именно в квартире, потому что мы всю жизнь жили в квартире, если бы был частный дом, то, понятное дело, там был бы совсем другой разговор. Вот, а так были кошки, были попугайчики, были рыбки, хомяки, черепахи, то есть никогда ни родители, ни бабушки, ни дедушка не ограничивали ни меня, ни мою младшую сестру в общении с животными. Конечно же, с улицы приносили и котят, которых надо было вылечить, и потом с бабушкой их пристраивали, и каких-то маленьких воробьев, выпавших из гнезда. Я представляю, как бабушка и мама были счастливы. Они очень были счастливы, каждый раз, когда открывалась дверь, мне так внимательно сначала на меня смотрела, потом говорила, ну, заходи. Но главное, что никогда не кричала, там, выбрось гадость, не трогай, там он может быть лишайный или еще что-то. Конечно же, заставляли сразу идти в ванну, мыть руки с хозяйственным мылом, притом три раза, но тем не менее оказывалась помощь. Котика и собачку лечили. Да, да, лечили, потом пристраивали, конечно, тщательно там купали его и все остальное. Но тем не менее, ну никогда в жизни, всегда подкармливали. Мы жили возле их клуба и всегда ходили, особенно зимой, брала там бабушка или мама какой-то там сухой хлеб или вот остатки какого-то хлеба, и мы ходили кормить чаек, потому что мне объясняли, что зимой птички не могут добывать себе еду, рыбку не могут найти, поэтому как бы мы смотрели тех бедных чаек, которые летали над мусорниками, что-то пытались себе добыть, и выходили в их клуб, там на лед выходили и кормили чаек. Это замечательно. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Наталья Данилюк, соорганизатор общественной организации по помощи животным «Феникс». Если у вас есть вопросы по бездомным животным, по той работе, которая ведется с этими животными в нашем городе, пожалуйста, у вас есть возможность сейчас позвонить нам в эфир, задать свой вопрос. Наташ, насколько я знаю, что ваша организация ведет такие уроки, вот мы плавно переходим от детства к сегодняшним детям, среди в школе, то есть приучает детей к доброте, к тому, что животное – это не собака на цепи, не кошка, которые поигрались, а это часть нашего мира, и мы должны, ну, общество, мы должны быть адекватно воспринимать. Да, это уроки биоэтики, разработана специальная программа, нам ее дала организация «Счастливая лапа». Вот, программа рассчитана от младших классов деток до старших классов, там абсолютно разные уроки, но тем не менее все они направлены именно на гуманное воспитание детей по отношению к всему живому, то есть это не только, допустим, там коты и собаки, а вообще весь живой мир, в том числе, допустим, там растения, деревья и так далее, потому что очень важно с малых лет привить ребенку понимание того, что человек это не царь всего и всея, и он может, допустим, распоряжаться жизнями необоснованно, или там уничтожать природу, вредить экологии, все остальное. Ребенок должен понимать, что Земля, наша планета, это его дом, и он в ответе за, как бы, за весь свой дом и за окружающие его жизни, скажем так. Как дети воспринимают такие уроки подобные? Очень нравится. Очень нравится. Некоторые дети, видно, ну вот как бы зависит, видно, от воспитания в семье. Некоторые дети сначала так настороженно относятся, когда особенно заходит разговор про кошек и собак бездомных. Угу. То есть если ребенку дома говорят, фу, кака, не надо их трогать и смотреть, и вообще обращать внимание, а тут как бы рассказываются, показываются фотографии, они рисуют рисунки, допустим, там про бездомных животных, как там, допустим, грязный больной котенок, и тут же вот рисуют там в доме, то есть, ну вот свои мечты, свои идеи,
И когда ребенок видит, что, допустим, 20 человек вокруг него настроены положительно на этой теме, то он так, ага, значит, это все-таки хорошо. Вот, потом приходит мама, папам рассказывает, что мама, вот ты тогда пнула котенка, а не надо было так делать. Мамы некоторые немножко так возмущаются, но потом после разговора, допустим, с учителем или с нашими волонтерами, то, наверное, все-таки меняется во мнении. Скажи, пожалуйста, такая вот ситуация недавно в нашем городе была, можно было и в интернете, в социальных сетях, когда потравили животных, где-то собак. И конкретно вот возле школы это было. И очень, я читала статью, просто слезы наворачивались. Это было не возле школы, это было на территории 57-й школы. Собака-фуражка, которую дети воспитали со щенка. Ее кормили, ее лелеяли, обучали каким-то командам. Она встречала практически всех ребят, вот, проводила от входа в школу до ступенек. Никогда в жизни ни на кого там не гавкала, не кусала, ничего. И вот собаку отравили, и дети, там 9-10 класс, мальчики и девочки просто на куске целлофана отнесли ее, бьющуюся в судорогах, в клинику, там сразу под капельницу, но, к сожалению, не смогли ее спасти, очень долго боролись за ее жизнь, там присутствовал наш волонтер Эльмира. Собаку не спасли, и это, наверное, ну, отпечаток на всю жизнь у этих детей, которые видели мучения этого животного, которые сидели на крыльце этой ветлечебницы, когда им сообщили, что все-таки ничего не удалось сделать. Представьте себе, мальчики 15-16 лет, которые просто сидели и рыдали. Это, ну, я не знаю, если этот эфир видит тот человек, который сделал эту, я даже не знаю, как сказать, подлость, гадость, мерзость, то пусть он просто на минуточку попытается представить эту картину. Почему это случилось? Какие-то были прецеденты? Или это внезапно? В нашем городе это периодически проходит? В нашем городе, как и во многих других, такие ситуации очень часто проходят перед выбором. Надо на что-то направить отрицательную энергию людей, на что-то акцентировать, на чем-то злость их, чтобы, наверное, отвести там от депутатов, от чиновников, от проблем в городе. И, ну, вот, повернуть в это русло. Животные, они же не могут сказать, что там мы не виноваты, или как-то защититься словами. А проблема есть действительно в городе, от нее не стоит отворачиваться, действительно опасно детям играть на некоторых площадках, потому что там большие стаи собак, но эту проблему надо решать всем вместе и гуманными способами, но ни в коем случае не травить этих собак, не показывать детям жестокость, не приучать к этому, потому что вот... Получается, что выход из ситуации – это убийство. Ну, собака, там, человек. Притом зверское убийство, потому что при отравлении собака 1.5-2 часа мучается, она бьется в судорогах, у нее повышается... Ну, это ужасная просто смерть. Это просто ужасное мучение животного. При том, что когда была отравлена на Мыве, была отравлена в Кульбакино, и пострадало очень много домашних животных, домашних питомцев, которые некоторые были на самовыгуле. Вот почему мы всегда просим, ребята, ну это недопустимо, чтобы кошка или собака домашняя выходила сама во двор или там куда-то на территорию. Самовыгул – это неправильно. Плюс к тому же, если ваше животное не стерилизованное, это участие в тех же самых свадьбах, это никому не нужный приплод щенков и котят. Куда они потом деваются? Они потом пополняют армию бездомных животных. Хотя там нам говорят те же самые там, бабушки, дедушки, ой, я там на рынок отдал, пристроил. В лучшем случае один из шести окажется дома, остальные на улице. Друзья, напоминаю, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Если вас также волнует тема бездомных животных, мы постараемся на них сегодня ответить. Скажите, как стать волонтером? Может быть, кто-то сейчас посмотрел и исполнился желанием как-то помочь? Дверь Феникса открыта. Мы являемся сетью волонтеров по всему городу Николаеву. Мы работаем активно с другими зоозащитными организациями, с другими городами. И если вы хотите вдруг стать волонтером Феникса, если вы чувствуете в себе желание помочь братьям нашим меньшим, силы у вас есть как бы на это, и вы вот осознали, что вот вы можете и хотите, то у нас есть в социальных сетях наши группы ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке, так и называется, ЗОО «Феникс», зоозащитная общественная организация «Феникс». Можно там зарегистрироваться, можно написать письмо нашим админам,
Вот, и добро пожаловать в наши ряды. Сколько сейчас членов, волонтеров именно у вас? Волонтеров более 2000. Членов организации 44. Это официальные члены организации, угу. которые могут принимать участие там, в загальных сборах, решать какие-то вопросы финансового плана, организационного плана, по работе с животными в городе, по работе с клиниками, с ветеринарными врачами и так далее. А что входит в обязанности волонтера? Волонтер – это не профессия, ангел. Да, это призвание. Вот, поэтому в обязанности волонтера, наверное, входит то, что он не проходит мимо чужой беды. Наши волонтеры, вот когда видят там сбитую собаку, сбитую кошку или животное, которому нужна помощь, потерявшееся, там какого-то подброшенного щенка, котенка, оно оказывает ему помощь. Как минимум фотографирует, старается пристроить через группу, ищет передержку, везет в клинику, там на месте оказывает какую-то первую медицинскую помощь. Каким-то азам базовым, допустим, знаниям это у нас все проходит обучение. Какие-то законодательные проекты, на которые можно ссылаться? Тоже этому учите. Ну, конечно. У нас есть правила содержания домашних животных, собак и кошек на территории города. Есть закон о защите животных Украины. То есть эти все данные есть у нас на сайте, это документация. У нас регулярно проходят собрания, на которых можно задать вопросы, предложить какие-то свои, может быть, у вас будут предложения, варианты. Мы все рассматриваем, потому что у нас наша организация отличается от многих других тем, что у нас не организация одного человека. У нас есть совет, у нас есть глава, у нас есть члены организации, многочисленные волонтеры. Мы всех слушаем, мы всех слышим, что немаловажно. И все решения мы принимаем совместно. Вот так вот. Так и работаем. А какие, я знаю, что когда вот заговорили о том, что пристраивать животных, есть ли какие-нибудь правила передачи животных именно вашей защитной организации? Конечно, у нас есть договор передачи животного. То есть серьезно? Да, не просто пришел, передал, ушел. Просто так отдать щенка или котенка или взрослое животное, это дело не хитрое, кому-нибудь, глаз долой, сердце вон, как говорится. У нас животные передаются по договору. То есть это документ, в который вносятся паспортные данные человека, вот будущего хозяина животного, где он живет, там расписаны все варианты, то есть если животное заболело, куда обратиться, если вам вдруг не подходит животное, что вы обязаны его вернуть обратно, что вы не имеете права передавать третьему лицу без оповещения вот волонтера или члена организации. У нас есть уже звонок, спасибо, что нас смотрите и приобщаетесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, что как нам быть с собаками? Это на Намыве. Возле нового детского сада 15 штук. Дети идут в школу, в гимназию, 4-ю, 57-ю школу. Мы каждый день внука в 5-й класс провожаем и встречаем. Во-первых, эти собаки не стерилизованы, потому что они нарожали кучу щенят. И, во-вторых, они всех кошек, вот эти, которые прикармливали возле домов, разорвали на глазах у детей. Я задавала, когда приезжал Гранатуров предвыборно, я сказала, скажите, пожалуйста, что делать с этими собаками? И как нам обезопасить наших детей? Он сказал, мы что-то придумаем. Что-то придумаем, уже прошло 2 недели. И эти собаки никому, как я вижу, никому не нужны. Но мне опасно за внука и за других детей. И вот этот кошмар, который дети видели, как разрывали собаки кошек, да, это тоже такая красота, что дальше нет, негде. Мы жили с мужем за границей, я не видела ни в одном городе вот такое, что творится вообще в Николаеве. И, пожалуйста, вы примите какие-то меры. Алло, звонок перервался. Ну, спасибо огромное вам за звонок, Наташа. Да, спасибо за звонок. В первую очередь можно позвонить на горячую линию исполкома 1588 и дать заявку на стерилизацию этих животных. 1588? Да, 1588. Они обязаны выехать и сделать... Они передают заявку на коммунальное предприятие Центра защиты животных. Ребята, ловцы выезжают для стерилизации данной стаи. Еще раз телефон напомним. 1588. Да. Ребята выезжают, отлавливают животных, на коммунальном предприятии их стерилизуют, прививают от бешенства, обрабатывают от паразитов, с ними работает кинолог, и если у собак не выявляется
агрессии к человеку, то они будут возвращены обратно на место обитания. В принципе, есть порядка 5-7 до 10 дней. Если вдруг кому-то нравится животное, то они могут приехать и на коммунальном предприятии, опять-таки под договор с учетом регистрации животного и чипирования, взять собаку к себе. В том случае, если мы не находим или опекуна, или хозяина для животного, то оно возвращается в ареал обитания. Щенков, конечно же, надо пристраивать. Их очень большое количество, коммунальное предприятие не справляется с... скажем так, мгновенной стерилизации, потому что, ну, все-таки собак действительно много. Вот. И щенков, вот я, наверное, обращусь ко всем людям, у кого есть щенки, пожалуйста, помогите их пристраивать. Звоните родственникам, друзьям, просто чтобы знакомым. Чтобы они не оказывались на улице, конечно, не потому что стерилизовать их еще рано, а они есть. Да, у нас еще один был звонок, если есть. Есть, есть, да, алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Девочки, а что дает то, что вы чипируете собаку, и собака потом уходит и кусает людей по территории? Что это дает, это чипирование ваше? Это затрата денег, дурных денег, которых могли бы чинить детские садики, на школы, еще на инвалидов, на пенсионеров. Вы чипируете собак, выпускаете собак и рвут за ноги людей, и это вы считаете гуманно и хорошо и нормально. Спасибо большое. Такие мнения также есть. Вы также член нашего общества. Пожалуйста. Собак не чипируют. Собак стерилизуют и одевают клипсы. То есть а это какая клипсация. Разница с чипированием? Чипирование – это процедура, которая проводится с домашними животными. То есть это метод идентификации домашнего питомца. То есть вводится чип под холку, в котором написан номер. И когда проводим сканером, этот номер выявляется. И по базе можно посмотреть данные о хозяине собаки и у этой собаки, то есть о прививке. Чтобы и все не путали остальное. Люди, что есть разные. Конечно, мало ли потерялся. И вывести за границу, допустим, ни одно животное невозможно без чипирования. А мы занимаемся стерилизацией. Это дает то, что собаки не плодятся. Нету прироста армии бездомных животных. Вот это действительно оно дает. И плюс, после стерилизации животные становятся более спокойными, потому что нету выброса гормонов, нету инстинкта продолжения рода, нету собачьих свадеб. Вот. И если человек не агрессивно настроен к такому животному, то у него агрессия спадает и... ну, греются на солнышке, лежат, спят, кушают, все, других проблем не готовы досыпать. Угу. У нас еще один есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Я с Корабельного района звоню, значит, котяток. Вышла на улицу, смотрю, возле ветеринарки ящик шевелится. Я открываю этот ящик, там 17 котят. Какие вы хотите красавцы, пушистые? Вот что делать с ними, куда их девать? Я носилась в Витя, и зоопарк меня смеялись, и пошла туда до колоса, там торговали собаками, котятами. Я принесла, говорю, на, ты выстроите, тут раздаете. Жалко. А она говорит, давай, это каждого котя мне 20 гривен. А я пенсионерка тысячи получаю. Та десь, я тебе возьму такие гроши, у меня есть, нема за что. Я взяла той ящик, вот так оставила там, вот где этого Белмарка. Та й поїхала додому, що я должна робити? Не знаю, де, куди брав, хотіти. І так у нас пошта ось урожає по 10. Кожні 3 місяці по 6 штук. Куди їх дівати? От вона вивела 10 штук. Це кошка домашня чи кошка домашня? Ні, не домашня, ні. Просто живе у вас в під'їзді? Можна у підвалі, прямо коло під'їзду підвал, там заварений ці підвали. А скільки жителів в вашому під'їзді? А? Сколько в вашем подъезде жителей? Боже, это общежитие, там их, не знаю даже сколько. Это общежитие, там много людей. Да. А скажите, пожалуйста, ваши много людей не хотят скинуться хотя бы по 10 гривен, чтобы простерилизовать кошку? Мне 71 год, я их кормлю, а самой нема что есть. Так же мне напишите объявление на подъезде, мы поможем вам простерилизовать ее. Мне волонтерша одна девочка у нас в Октябрьском дала, 50 рублей я накупляла и крупы, все на свете варила каши, вот эти мороженицы, бычки трошечки, токмачила их и кормила. Но я не могу уже их ходить, у меня ноги болят. Так вы не ходите, вы напишите. И посчастливила 7 штук. То ли ведь балками, камнями сидите в общежитии. А жалко, смотрите, вы представляете, такая ситуация. Ну, конечно, жалко. Напишите объявление на подъезде о том, что вы собираете деньги на стерилизацию кошки. А мы поможем вам ее простерилизовать. Да, собрали мы на собак.
Собрала, было всего 60 рублей, смотрите, которые 300 человек забрали. Так хоть 50 соберете, это уже будет помощь, мы остальное поможем вам собрать. Вот эту кошку надо, а кошку тоже можно, да, Сергей? Конечно, можно. То есть вам нужно хотя бы минимальную сумму собрать, даже те 50 гривен, и девочки с Феникса дособирают еще остальную сумму, простерилизуют кошечку. А как бы Феникс найти? Ну и у вас же есть телефон волонтера, вы же сказали, что к вам с Феникса кто-то помогает. Нет, у меня не было, это я шла у Давайте магии, вы... оставьте, пожалуйста, нашим... Оставьте, пожалуйста, свой номер телефона сейчас после эфира, да? Да, вот сейчас. Просто оставьте свой номер телефона и с вами свяжутся после эфира. 095? Хорошо, я запишу. 095-575. Да. 1329, Галина Ивановна. 1329? Так точно. 29. Отлично. Галина Ивановна, мы с вами свяжемся обязательно после эфира и решим... Я эту девочку-волонтершу с ребеночком, она все время с коляской. Я собак стреляла, собирала деньги, она мне дополняла гроши. И тут же ветеринарка у нас в общежитии. Угу. Вот, прямо рядом, так, ага. Мы две собаки простерилизовали по 10-5 рублей. А котят, кошку, не можем, ну, не знаю, что с ней делать. Надо тоже... Ну, надо, конечно, тоже простерилизовать. Ну, конечно, раз она постоянно приносит котят. Спасибо вам большое, Галина, за звоночек. Галина Ивановна, вам отдельное спасибо за звонок и за то, что не остаетесь равнодушными и каши варите, и вообще. И вот опять-таки мы увидели вот на примере этого звонка, да, проблему, откуда у нас вообще берется проблема бездомных животных. Вот вам, пожалуйста, коробочка, распишите, получите 12 бездомных животных. И за каждого по 20 гривен, чтобы пристроить. Да. А откуда коробочка взялась с разными котяточками? С рынка. От да. той же самой женщины куплю-дарю. Замкнутый круг, да. просто-напросто. Ну, единственный, наверное, вариант стерилизации. Смотри, время нашего эфира подходит к концу, и хотелось бы еще... Ты сейчас выходишь на новый уровень волонтерства, если можно так сказать. Да, я приняла для себя решение, что я хочу стать, скажем так, волонтером с большими возможностями, потому что депутат горсовета – это тот же самый волонтер, который не получает зарплату за свою работу, но у которого возможностей действительно больше, чем просто у члена организации, даже соучредителей, даже главы общественной организации. Действительно, можно поднимать вопросы на законодательном уровне, общаться с чиновниками и обращаться уже от имени людей, помогать людям. Собственно говоря, то, что мы делаем и сейчас, ежедневно. Ой, больше возможностей. Конечно, больше возможностей, потому что я являюсь не только соучредителем Феникса, я еще опекаюсь вопросами и экологии, и детей, и спорта. То есть как бы у меня два маленьких сына, 2,5 года и 7 лет. И я, наверное, все-таки боюсь за их будущее. И я хочу построить, отстроить, возродить такой город, чтобы мне... было спокойно за их будущее. Ну, я тебе, конечно, желаю только удачи. Приходи к нам еще на эфир и поговорим. Спасибо нашим телезрителям за то, что были с нами, а вы были, судя по огромному количеству звонков, вместе с нами сегодня, не оставляли свое мнение при себе, пытались его высказать, были совершенно полярные, разные мнения, как и зачем вы это делаете, и спасибо большое, спасибо вам, что вы неравнодушны, потому что равнодушие – это самое худшее, что может быть вообще в мире, человеческое равнодушие. Спасибо за эфир, спасибо тебе. Спасибо. До новых встреч.